Доброе утро, друзья! С вами Ирина Подрядова, рубрика «Грамотность в массы». Рабочий день нормированный или нормированный? Какой вариант ударения будет верным? Давайте разбираться. Мы так привыкли к варианту ударения «нормированный», что уже не задаемся вопросом, верный ли он с точки зрения правил русского языка. Но оказывается, строго литературной нормой считается вариант «нормированный». Ударение «нормированный» допустимо лишь в разговорной речи. Надо сказать, что много сложностей вызывает постановка ударения в словах, которые оканчиваются на «ованный». Как правильно сказать, гофрированный или гофрированный, пломбированный или пломбированный? От многих глаголов, которые оканчиваются на «ировать», образуются прилагательные на «ированный». При этом ударение падает на гласную «о». Правильно говорить «глазированный», «пломбированный», «гофрированный». На этом у меня все. Если информация оказалась полезной, поделитесь с друзьями. А жду ваших писем на почту. До встречи утром!